ЛМ зашли против меня. Сейчас игра будет, куда? Походу. Куда? Куда? На будущее. Сейчас, да. Проси место. А вы затащите. У вас там волк, ЧБДС и... Не-не, вы затащите и там... Раз, два, три... О, там и ну, короче, проси место, да, твоего. Проси у волков место. Рыбать, как да. Да, жена, у нас размен на флаг наверху бьёт, походу. Вряд ли кто-то выйдет, конечно, ну ладно. Хулиганкой в лэмах лол. Хотя это не ничего не прибил. Лида там хулиган, подумал, там без одной точки. Он сейчас. Тихо сейчас, ЛБЖ, это завтра подкаться, я тут шел смотреть. Заметил, я думаю, две там сейчас. Вот это интересно. Я охуенно не знаю, что там. Блин, я вроде под ним обокрылся, наш флаг ушел. Тихо. Возвратил, доставил, да? Что у нас тут стоят, не пойму. Ребят, сейчас в игре подкинут мульта. Диктатор рикошет. Ну не думаю, что ЛТ. Думаю, наверное, там с тегом ДС. Там это тоже противники ДСов. Такой липовый тег. Походу они кинули мульт, они не ЛТ кинули. Сейчас по ходу игры увидите. Как всегда гараж тупит, тормозит. Ну, кстати, они начали давить. У нас мульт, по-моему, последний. Вот рикошет сверху стоит и мешает нам играть, сейчас увидите. Ну, стреляет в наших и все такое. Вот он сверху сейчас будет, вот он стреляет в наших, вот он. Вот смотрите, придурок. Вроде ничего, так ребята стараются, ЛТшники. Так, случайно сбил рельсу, Паша, ничего.
таких ситуациях самое главное сильно не задефиться, попытаться на размену ходить и все такое. Так, лекаем, отъезжаем, не мешаем, и за ним поехали. Минку скину я. Да. Вот этот рикошет стоит на флажке и толкает нашего тефера, видите, с флажка, вот он. Вот рак. Короче, рикошет у нас мульт. Я тут, как всегда, пишу латинскими буквами русские слова. Походится, вот получается такая хрень. Иди минус. Ну тут неплохо минусанул его. Вот тут пытаюсь сверху подобрать флаг, но вот видите, на грома наткнулся и не успел. Отправлю я на форум этого мульта, надеюсь. Ну-ка, что там на форум, на сутки его закроют за саботаж и все. Так, вот тут наш флаг держит, сейчас на него поеду и скину минку, отъеду, он не повелся, но все равно я его убил. Захватили их базу, вроде нормально все. Ну, кстати, правильно сыграл фриз, спрыгнул. Кому мы помогут наши снизу. Так, у меня резко удачный. Аптекер хорошо закрыл, вот тут у нас размен. Но овердрайв не успевает тут. Нет, не раздал. А, мульт вышел. Давайте, остальные он, тоже катитесь. А он не вышел, ребята. Он закрыл вкладку и до конца игры будет на карте висеть. Ну вот игра получается 9 на 10. Так, тут нормально сизитка выносим. Так, сейчас пытаюсь вывести с игры магнума, чтобы он не накидывал. Наш флаг рикошет увез. Сейчас поедем на возврат. Минку поймал. Молодец. Сейчас верну. Mm-hmm.
Короче, мульт закрыл вкладку и ушел. Вот такие.